Крупный американский банк Goldman Sachs с тревогой сообщает, что доллар скоро потеряет свой статус главной мировой валюты. Вышеназванный банк является ключевым для экономики США. По мнению компании, действия Конгресса рискуют обесценить валюту страны. Большинство американских и мировых экспертов из экономических сообществ считают заявление бредом. Однако, когда эту точку зрения поддержит весь мир, будет уже поздно. Подробнее о вероятности падения доллара читайте в ленте новостей.